Пол Томпсон, руководитель миссии издания, оказывающего гуманитарную помощь в автономии, был награжден медалью «20 лет Гагаузской республики». Это знак признательности и благодарности за то внимание, которое вы уделяете Гагаузии, подчеркнул глава автономии Михаил Формузал. Я думаю, что мы с вами еще много сделаем полезного для жителей автономии, чтобы они в 21 веке почувствовали вот то качество жизни, которое должно быть у них. И социальная защита населения, и инфраструктура соответствующая. Also all the roads and everything they need here to be in a good situation. Еще раз спасибо. Thank you so much. На данный момент есть возможность поставлять различную гуманитарную помощь и в большей степени детские вещи. Однако сделать это не позволяет законодательство РМ, имеющее ограничения в части поставки бывших в употреблении вещей, игрушек для детей до 3 лет. У меня сейчас тысячи, вот прямо на этот момент, тысячи пар обуви на складе. They're waiting for I can send it to Ukraine because I can send you for Ukraine. Они просто в ожидании, чтобы я их переправил на Украину, потому что на Украине нам позволено. Впервые Пол Томпсон посетил Молдову в 2010 году. Тогда же для жителей региона была организована поставка гуманитарной помощи, мебели, матрасов, медицинских принадлежностей и других предметов быта. Миссия проводит работу во многих странах мира. Они оказывают гуманитарную помощь Ираку, Ирану и Судану. Несколько лет назад им удалось организовать поставку и помочь жителям Танзании в Африке.